Сегодня в Международной академии коневодства имени Аба Анаева при участии президента Сердара Бердымухамедова состоялся заключительный тур международного конкурса «Самый красивый халтекинец года». В ходе прошедших отборочных туров в финал конкурса вышло 10 коней. Сначала скакуны предстали перед публикой без парадного убранства, а затем в великолепном уборе из традиционных национальных конских украшений, изготовленных лучшими мастерами-ювелирами. Самым красивым ахалтекинским скакуном 2024 года был признан великолепный конь Гадемлы, родившийся в 2017 году. Победителю международного конкурса был вручен главный приз от имени президента Сердара Бердымухамедова – ключи от автомобиля марки Toyota Highlander, переходящий кубок и диплом.